Приветствую, друзья, на связи Андрей Жариков, и в данном видео мы с вами сделаем обзор результатов, полученных с помощью торгового советника TradeRinger. Это демо-счет с первоначальным депозитом 30 тысяч долларов. Счет был открыт 13 мая. И с этого времени была получена суммарная прибыль 21 474 доллара, что в процентном отношении составляет 71,58%. Это также демо-счет с первоначальным депозитом в 50 тысяч долларов. Счет начал работу 24 апреля, то есть почти 3 месяца назад. За это время была получена суммарная прибыль 41 604 доллара, что в процентном отношении составляет 83,21%. А вот это уже реальный торговый счет с первоначальным депозитом 2000 долларов. Счет начал работу 16 мая. И за это время была получена прибыль 1802 доллара, что составляет 90% к депозиту. Это мой счет, реальный центовый счет с депозитом 30 тысяч центов. Счет начал работу месяц назад, 18 июня, и за это время была получена прибыль в размере 14 044 цента, что составляет плюс 45% прибыли к депозиту. Еще один реальный счет с депозитом 1386 долларов. Работу начал 8 мая. Прибыль составила 748 долларов, что в процентном отношении составляет почти 54%. Стоит отметить, что на максимуме прибыль доходила до 95%, но 19 июня произошла серьезная просадка, часть прибыли была потеряна. Тем не менее, на данный момент все равно данный счет находится в хорошем плюсе, плюс 54% к депозиту. Реальный счет с депозитом 1083 евро. Торговля началась 19 мая. И за это время была получена прибыль в размере 1483 евро, что составляет почти 137% к депозиту. Реальный счет с депозитом почти 85 тысяч долларов. Начал работу 24 июня. Прибыль на данный момент составила 8551 доллар, что составляет почти 10% прибыли. Это реальный счет с депозитом 2386 долларов. Счет начал работу 9 июня. Прибыль составила 493 доллара, что в процентном отношении составляет 20,67%. Реальный счет с депозитом 12100 австралийских долларов. Счет начал работу 3 июня. Прибыль составила 4781 австралийский доллар, что в процентном отношении составляет 39,5%. Реальный счет с депозитом почти 85 тысяч евро. Торговля началась 27 июня. За это время была получена прибыль 28 871 евро, что составляет почти 34% к депозиту. Реальный счет с депозитом 3042 доллара. Работа началась 6 июня. За это время была получена прибыль 1786 долларов, что составляет 58,71% прибыли. Я объединил данные со всех счетов в одну таблицу. Первая колонка показывает, это демо-счет или реальный. Как видите, только два счета это демо, все остальные реальные. Валюта практически на всех счетах это доллары, кроме вот этого счета, где счет в евро. Вот этого тоже евро, и вот это австралийские доллары. Здесь показано, когда был открыт счет, какая прибыль получена на сегодняшний день, и прибыль в процентах, как это отображается на сервисе MyFXBook. За время торговли с помощью советника TradeRinger на всех счетах получена суммарная прибыль 113 541 доллар. Конечно, кто-то может сказать, что прибыль на демо-счетах не нужно учитывать, потому что это все-таки демо-счета, прибыль виртуальная. Ну хорошо, если просуммировать именно прибыль только на реальных счетах, то сумма также получается неплохая, 50 463 доллара. Это та сумма, которую
робот TradeRinger заработал своим владельцам. На сегодняшнем рынке огромное количество различных вариантов и предложений, куда инвестировать деньги и получать пассивный доход. Но, к большому сожалению, подавляющее большинство таких компаний и проектов рано или поздно перестает работать, перестает выплачивать прибыль, происходит скам. Когда мы имеем дело с форекс-роботами, торговля происходит прямо на ваших глазах, то есть вы видите буквально каждую сделку, которую робот совершает на вашем счете. При работе с роботом вы размещаете ваши средства на вашем собственном счету в надежной брокерской компании. При этом создатели робота доступа к вашему депозиту не имеют, и украсть ваши деньги, сбежать с деньгами или заблокировать вам вывод они не могут. Стоимость робота $247 первоначальный платеж и в дальнейшем $169 ежемесячно. Если кто-то считает, что $169 в месяц это дорого, то еще раз посмотрите на то, какую прибыль TradeRinger заработал для своих владельцев на данный момент. Кроме того, если вы пригласите трех клиентов, которые будут пользоваться роботом и оплачивать ежемесячную абонентскую плату, тогда $169 вы не платите, и, соответственно, каждый месяц вы экономите $169. Более подробно о роботе TradeRinger вы можете узнать, кликнув по ссылке внизу под этим видео. Если у вас остались вопросы, обратитесь к тому человеку, который дал вам эту информацию. Если вы являетесь моим подписчиком и получили информацию от меня, и у вас остались вопросы, обращайтесь по тем контактным данным, которые видите сейчас на экране. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго! Global Star Club. Возможности безграничны.